Вокруг только и говорят о том, что в Half-Life Alyx можно все нажать, потрогать, использовать. И мы, как серьезный канал, который выпускает исключительно серьезные видео о серьезных вещах, решили испытать игру на прочность с помощью экспериментов. В качестве испытуемых выступил наш главный по трансляциям Дима Борисов и один из авторов Денис Дудушкин. А меня зовут Алексей Луцай. И пора проверить, можно ли в Half-Life Alyx помыть полы. Да, чувствую себя подавленным немного, потому что ты пригласил меня играть в Half-Life Alyx, а я мою полы. Надеть ведро на голову, чтобы обмануть Барнакла. Вот это звучит очень круто. Ну давай, опа. А, нет. Во. Ох, работает. Вот это пи***то. Да-да-да, он взял. Мне кажется, это надо перепроверить или нет. Вау. Не, это здорово, да. Скормить Барнаклу труп. Оп, нет, не работает. Да-да-да-да-да. Осталось понять, это факап игры или это что-то лорно обоснованное. Потому что он уже мертвый, он какой-то зомби. Открыть коробку. Сейчас посмотрим. Вроде нет. Но сейчас мы попробуем ее прострелить. Нет, тоже нет. Закрыться в туалете на щеколду. Щеколда нет. Она закрывается, но щеколда нет. А, или может мы можем ее именно вот так вот. Оп. Все. И это ужас. Короче, как в школе это делается. Ну, зато жизненно, видишь, как бы сеть 17. Жизненно сети 17, да. А, во, она крутится, видимо, просто. Да, видишь? А, круто. Уже не жизненно, да. Левел дизайн не работает на атмосферу. Открыть бутылку. Она берет ее таким образом, что как будто она... погоди. Оп, уже нет. Ты разбил бутылку. Она пластиковая, и она уже смятая. Там вода. Ну, кажется, это вода. А, ну так. О, стой. Там что-то физичное есть или нет? Я думаю, тебе кажется. Попробуй. Видишь, смотри, она принимает пальцами такую позу, как будто она открывать собирается. Она делает фи, ей не нравится. Либо я криворукий. Такое тоже допустимо. Она берет прям как надо. Выросло поколение, просто ничего не умеет толком. Схватить мешок для мусора. Сейчас, давай посмотрим. Нет, это просто объект. Можно ли закурить? А, окурок можно. Оп. Опа! Нормально, ты умелый, я понял. Чем она так хорошо? Опа! Найс, хорошо. Потеребить щупальца. Ой. Курс объявил следующую неделю, 28.03, по 05, нерабочий, посоветовал оставаться дома. Пойдем домой, все. Мы свое отработали на сегодня. Не, вообще, мне бы не помешало. Надеть коробку на голову. О, вот кажется, вот эту я смогу надеть на голову. Это что? Это коробка, но другая. Давай. Нет. Как так? Ну да, вот тут и посыпался. Да, геймдизайн этот дешевый. Потрогать зомби через решетку. Ну да, но здесь забор, видишь? Постоянно это какие-то... Побить зомби кулаками. Ну, судя по всему, да. Алекс! Оттолкнуть зомби ведром. А, ну да, какой-то эффект на него есть. Отталкивается вообще от предметов физических. Вот, видишь? А я могу блокировать удар ведром. Ах ты.
Алекс! Бум! Alright, that seemed to work. Let's keep doing that. Come over here, you little cunt. О! Че, он умер, что ли? Убил человека, он умер, что ли? Надеть дохлого хедкраба на голову, чтобы обмануть зомби. О! Ну-ка. Оп. Оп. Это работает, да. Взвести пистолет, а твердый предмет. О, у меня есть идея, ну-ка. Кормить дохлого хедкраба в барнакл. О, слушай, а вот это вот что-то интересное. Почему он его сожрал? А труп он есть не стал. Надеть строительную каску. Так, 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 сейчас будет, короче. Hello, fellas. Что у нас сегодня по плану? Какой мост будем строить? Так. О, слушай, можно каску надеть? Я надел каску. Разбить и размотать стекло дулом. Как он стоит? Голубчик. Come over here. Да нет, он в порядке. Он в порядке. Разбить стекло трубой. Угу, так. Избить зомби трубой. Не-не-не, ему плевать, ему вообще плевать. Разбить трубой доски. Это выглядит жалко. Сделать розочку из бутылки. А было бы круто. Взять стекло в руки. Разбить доски дулом пистолета. О, смотри, стеклом можно, по-моему. Смотри, я расхерачил ее каким-то образом. О! Да, изнутри, смотри. Достать спичку из коробка и зажечь. Можно это открыть? Сейчас вот попробуем. Открыть пачку сигарет. Что-нибудь с этим сделать. Чиркнуть зажигалкой. О! Снять колпачок с фломастера. Или нет? Открыть книгу. Да, даже в Думе названия были у книжек прописаны все. Это пиздец. Включить воду. И попробуем положить что-нибудь в стаканчик. Сейчас мы его поставим на стол. Надо все цивилизованно, чтобы было. Ой-ой-ой. Убить носителя, чтобы выжил хедкраб. Ну, работает ли это как в первых двух Half-Life? Если мы стреляем в тело, а не в хедкраба, то умирает носитель, и хедкраб остается жив, и с ним уже можно играться. Не работает. Отмахнуться от хедкраба рукой. Да. Ну, непонятно, это считается или нет. О, ах ты мразь! Поймать живого хедкраба коробкой. Так. А, подожди, вот так. Да, да, да. Дать хедкрабу дохлого собрата хедкраба.
По-моему, он реально убегает. Нет. Ох ты. Ох. Застрелиться. Нельзя. Ладно. И еще раз сделать розочку. Так, о, венцо, венцо. Ну-ка, ну-ка. Так. Да с... Окс! Розочка! Да иди сюда! Все! Опа! Порезаться о розочку. Я трогаю. А, осколки? А тут их нет, они исчезли. Осколки внизу исчезли, а розочку можно потрогать, конечно. Разбить бутылку об голову. Об голову можно ее разбить? Не, нельзя. Так, а можно ли разбить бутылку об бутылку? Во мне сейчас проснулся синяк тамбовский. Тут можно делать музыку бутылками, но разбить их нельзя. Порезать стеклом органику. Нет. Че, настроение плохое? Ты выпей вина. Пырнуть стеклом зомби. Сейчас, давай его стеклышком. Блин. О, во. Вроде сгодится, да? Да, да, да. Че, испугался? Ты иди сюда. Да что, с одного удара? Серьезно? Где это принято? Балансить нужно уметь. Не-не-не, что-то не идет. Че, на, давай друг сквозь окно. Пожонглировать. О! Ну, короче, во-первых, я не очень умею, но вроде бы ходит, да. Пожонглировать хедкрабами. Так, ну-ка. О! Дал? Эх. И жонглировать даже можно при желании. Запустить картон как фризби. Да, я сейчас запустил кусок картона, и он прилетел как фризби. Ну-ка. Да, ништяк. Ну, шутки шутишь со мной. Положить хит-краба в ведро. О, а можно ли хит-краба положить в ведро? Эх, не помещается. Положить мусор в ведро. Но бутылки можно собирать, кстати. Нихера себе ты кровожадный. Сервировать, покушать. О! Слушай, у меня есть идея. Ты видишь это? Так. Так, так, так. Луцаю покушать положу. Так, ну-ка. Так, да сука, стой. Потрогать вортигонта. О, у меня есть идея. Иди сюда. Что за... Да. What? Is or will be? It is a matter of perspective. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Вот как-то так. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что Алекс дарит очень необычный опыт в VR, но на самом деле полезных взаимодействий конкретно для VR тут не так и много. Да, вы можете попробовать кучу разных вещей, но многие из них скорее зрелищные гиммики, хотя уровень погружения в Алекс запредельный. И вы наверняка заметили, что мы экспериментировали в самом начале, так как за один сеанс игру пройти не просто, а мелочей даже в начале безумно много. Привет, я Дима Борисов. 2 часа я поиграл в Half-Life Alyx, и я начинаю немного сомневаться в физике, в
повседневной жизни, в реальности. Я сейчас пытался попробовать, падут ли мои часы на пол, они упали, и такие эксперименты я повторять больше не хочу. Привет, я Денис Дудушкин. Я с Димой Борисовым играл в Half-Life Alyx. Тоже 2 часа, тоже сомневаюсь в физике. Блин, эксперимент оказался, наверное, не самым удачным, потому что делать-то можно самые разные штуки, но вот те, которые приспособлены для геймплея, для решения каких-то задач, вот такого мы пока встретили не очень много, но мы и прошли не очень много. Но вы предлагайте в комментариях, возможно, мы сделаем еще какого-нибудь контента по новой Half-Life и исследуем ее получше. А если хотите больше контента о геймдеве или кино прямо сейчас, то переходите по ссылкам в описании в наш паблик или телеграм-канал, а также на YouTube XYZ Live, где вот этот веселый Дима делает своего рода подкасты с чуваками-разработчиками и технические стримы. И, конечно же, наши курсы. Один из самых свежих — Hard Surface для тех, кто хочет моделировать сложные футуристические объекты. Его ведет Женя Пак, который моделировал для кучи классных проектов, и все подробности в описании. А с вами были Дима Борисов, Денис Дудушкин и Алексей Луцай. Пока!